I had a quick meeting with President Poroshenko in Kiev. It seems to me that he has a strong vision. He wants to see a prosperous and peaceful Ukraine. Во время моей короткой встречи с господином Порошенко в Киеве я понял, что он желает процветания Украине и готов прикладывать для этого все свои усилия. Дорогие женщины, давай, давай. Нет, теперь мы говорить будем. Обождите, обождите, тише, тише. Успокойтесь, пожалуйста, хватит. Успокойтесь.